На острове Черепа обитало несколько родов летающих ящериц, в частности алатузавр. Алатузавр сангуидея. Длина от 15 до 20 см, рост от 5 до 7 см, вес от 60 до 100 грамм. Огненно-красный алатузавр сангуидея был одним из наиболее распространенных летающих ящериц в джунглях. Этот вид имеет хвост в виде кнута, его длина равна 2/3 длины всего тела. Данный вид алатузавров имел тернистую голову. Самцы имели яркие шипы на своих крошечных черепах и использовали их, чтобы запугать друг друга или привлечь самку. Питались насекомыми. Алатузавр кинобарис. Длина от 18 до 25 см, рост от 8 до 12 см, вес от 75 до 150 грамм. Блестящий алатузавр кинобарис был страшным хищником на мелких беспозвоночных. Отважный маленький хищник, он бросался на них рядом с большими динозаврами, хватал букашек, которые были обнажены в следах крупных животных. Алатузавр скинтилла. Длина от 10 до 15 см, рост от 3 до 6 см, вес от 30 до 50 грамм. Этот яркий по окрасу вид, питающийся ягодами, самцы которого обмазывались в ягодном соке, тем самым приобретая яркий окрас, чтобы произвести впечатление на самок в темных джунглях. Алатузавр перграндис. Длина от 25 до 33 см, рост от 10 до 15 см, вес от 200 до 350 грамм. Самый крупный из всех летающих ящериц острова, алатузавр перграндис, может скользить по воздуху только на короткие расстояния. Но он является сильным скалолазом и спокойно лазает как по горам, так и по деревьям. Самцы имели короткие роговые наросты над глазами, служащие для территориальных боев. Каждый алатузавр перграндис, также известный как великий летающий ящер, будет пытаться заставить своего соперника покинуть его территорию. Вместе с короткими рогами они напоминали миниатюрных цератопсов.